Праздник для тех, кто его создает. В Гродно поздравили работников культуры области. Знаковая дата отмечается в Беларуси ежегодно во второе воскресенье октября. В этот раз к организации творческого события тоже решили подойти креативно. Провели концерт в формате капустника. Шутили и смеялись от души. На большой сцене филармонии выступали как профессиональные артисты, так и любители. К примеру, свои таланты продемонстрировали библиотекари. Сегодня в Гродненской области в сфере культуры трудится около 7 тысяч человек. Работают 630 профильных учреждений. Это и технические специалисты, ну и, конечно же, люди творческих профессий. Лучшие в своем деле получили награды и почетные грамоты. Это возможность сказать спасибо людям, которые выбрали культуру своей профессией. Потому что это непростая профессия. Это профессия, которая связана с многими-многими трудностями. И в том числе и какие-то ограничения в семье, потому что это выходные, проведенные с большим количеством людей на работе. Это какие-то эмоциональные напряжения, которые всегда сопутствуют, потому что связаны с результатом труда работников культуры, с тем, чтобы вызвать у людей эмоции, хорошие эмоции, открыть самые лучшие качества человека и подтолкнуть его к размышлениям, к совершенствованию, к работе над собой. Всего к празднику причастны более 65 тысяч белорусов. Актеры и поэты, писатели и художники, музыканты, сотрудники музеев и выставочных залов, руководители творческих коллективов. День работника культуры – хороший повод подвести предварительные творческие итоги года и поблагодарить тех, чья жизнь неразрывно связана с культурой. У нас действуют социальные стандарты, мы сохранили библиотеки, а мы поддерживаем как и молодые, так и заслуженные коллективы. Это действительно люди высокообразованные, которые полны творческих планов, но которые имеют большое сердце, способны сопереживать, а главное, способны научить этому наше население.